Всем привет, с вами Slayer, и в данном видео мы поговорим про артиллерию США в версии 8.6. Начнем с артиллерии второго уровня, это Т-57. Чтобы ее получить, надо потратить 140 опыта на исследование и 3300 серебра. Здесь у нас стволом является 76-мм гаубица с скорострельностью 6.38 и пробитием 42 мм фугасами при уроне 170 и 100 мм кумулятивный при уроне 130. На этой артиллерии мы исследуем М7 Прист за 1130 опыта и 47 тысяч серебра покупаем. Купили Приста и смотрим, что у нас за топовое орудие. Это 105-мм гаубица, скорострельность 3 выстрела в минуту, пробой фугасами 53 при уроне 410, кумулятивный пробой 101 при уроне 350. Давайте сравним две версии гаубицы. Как видите, единственное, что у нас изменилось, это у нас поднялась скорострельность, сократился разброс и время прицеливания. При этом масса немножко возросла. На М7 мы исследуем М41 за 13 тысяч опыт и приобретаем за 405 тысяч серебра. Здесь у нас 155-мм гаубица. Скорострельность всего около 2,5 выстрелов в минуту. Фугасы пробития 78, урон 700. Кумулятивы пробития 240. Урон также 700. Следующая у нас артиллерия это М44. Новая артиллерия. Следуется за 34 тысячи опыта и покупается за 920 тысяч серебра. И здесь у нас появляется новая гаубица калибра 155 мм. При скорострельности 2,73 она имеет пробитие фугасами 78 при уроне 700 и кумулятивами пробитие 240. Урон также 700. На этой артиллерии мы исследуем артиллерию М12 за 60 тысяч опыта и покупаем ее за 1 400 000 серебра. И здесь у нас появляется еще одна гаубица калибра 155, скорострельность 1.6-1.8, пробитие фугасами 88 при уровне 1250, пробитие вторым типом фугасов является 90 при том же уровне 1250. Непонятно. Наверное, здесь какая-то пока неточность, именно связанная с тем, что это тестовый сервер. В релизе, наверное, что-то другое будет, потому что разница между фугасами только пробитие в 2 мм больше. На этой арте мы исследуем М40 и М43 за 116 тысяч опыта и приобретаем ее за 2 миллиона 700. И здесь мы встречаемся с гаубицей калибра 203, скорострельностью 1.23. Пробой фугас 102, урон 1850, бронебойный пробой 241 при уроне 1450. И, соответственно, переходим к артиллерии 9 уровня, которая требуется 200 тысяч опыта для исследования и 3600 на покупку. И здесь у нас топовая гаубица, также 203 мм, скорострельность 1.33. Пробой фугасами 102, урон 1850, пробой бронебойными 241. Урон 1450, то есть повышается скорострельность. И, соответственно, переходим к топовой арте Т-92, знаменитой трубе. За 271 тысячу опыта мы ее исследуем и покупаем за 6 миллионов 100. Топовый ствол, это калибр 240, скорострельность 1.13, пробой фугасами 120 при уроне 2.250, бронебойными пробития 370 при уроне 1800. И, собственно говоря, на этом все пока об артиллерии США. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, у нас еще будет много интересного.